Проект «Атомный Пегасик», организованный фондом АТР АЭС при поддержке концерна «Росэнергоатом», уже не первый год дает возможность талантливым детям проявить свои литературные способности. Итоги конкурса этого года были подведены летом, а награждение участников из Десногорска прошло 3 ноября. В 2020 году нынешнее участие в конкурсе приняло 597 ребятишек. У нас было 4 номинации, притом в этом году была одна специальная номинация для учителей русского языка и литературы. Победителями стали 65 юных авторов, в том числе трое из Десногорска. Успехи юных горожан отмечены заместителем главы города подарочными экземплярами книг. Мы вручаем их вам, руководителям наших образовательных учреждений. Вы передадите победителям, и часть книг останется непосредственно в нашей школе. Литературные работы победителей и отличившихся, а это более 90 произведений, войдут в книгу «Когда закончилась война».